Недорогой вариант для дальних перемещений Magma Digi Trolley 2. Достаточно объемная сумка на колесах с ручкой. Как видите, по традиции Magma оснащает свои сумки складным таким жесткой вставочкой для проводов и наушников, что удобно. Есть три отсека. Первый мы разместим наш контроллер. Опять-таки контроллер вошел буквально под размер. Верхний мы разместим наш ноутбук. Во вставку разместим провода и наушники. Теперь вставку поместим в средний отсек. Заходит она уже туго. Но это и к лучшему, она с собой прижимает контроллер и ноутбук. Но мешает уже липучка. Таким вот образом она вошла. И у нас остался свободен накладной карман, тоже объемный, тоже с отсеками, можно использовать для запасных футболок и так далее. Колеса силиконовые, незаменяемые, но резины здесь достаточно много и прослужат они долго. Здесь еще всякие маленькие карманы. В целом для путешествий довольно неплохой бюджетный вариант.